вас черти носят? В мастерских работали. Ваш приказ, товарищ капитан-лейтенант. Почему в таком виде? А если построение на палубе торжественное? Так мы в цеху целую смену отработали, как слесари. Иначе бы не дали бы клапан. Разговорчики. По местам. Всем отсекам слушать центральный пост. ЧП, что ли, какой? Чему тревогу объявили? Есть! Аносов, Кирилл! Четвертый отсек! Вот. Привет, клапан на центральный. Взамен дефектного. Да вы что? Выходим, сам адмирал будет проверять. Так а если погружение? Старый клапан выдержит. Все, 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 по местам. Оба самый малый вперед. Срочно. Следуйте в квадрат Б-19. Учебное погружение 300 метров. Командующий Северным флотом адмирал Головин. Товарищ командир, вот. Поступила радиограмма. Алексей Петрович, мы же дефендовали в Двинской губе, а здесь Баренц. Другая плотность. К тому же клапан, главная цистерна балласта. Срочное погружение. Есть. Срочное погружение. Есть срочное погружение. По местам! Стоп, дизеля. Стоп, дизеля. Есть стоп, дизеля. Отвалить носовые горизонтальные рули. Отвалить носовые горизонтальные рули. Пятый. Алло, пятый. Пятый. Пятый, доложите закрытие двубойной заслонки газовыхлопного тракта. Подъедини левого борта. Перейди на электромоторы. Перейди на электромоторы. Есть, перейди на электромоторы. Принять балласт на носовую кормовую группу. Есть принять балласт на носовую кормовую группу. Средний ход электродвигателем. Средний ход электродвигателем. Есть средний ход электродвигателем. Дифферент на нос 8 градусов. Дифферент на нос 8 градусов. Есть дифферент на нос 8 градусов. Дифферент на нос 10 градусов. Электромотором полный ход. Дифферент на нос 10 градусов. Электромотором полный ход. Есть полный ход. Опустить перископ. Товарищ командующий. Чего думаешь? Может, на берег спишут. Товарищ командующий флотом, я проявил слабость. Не решился сказать, что не готов к погружению. Хотя имел полное право возразить, как командир. Прошу отстранить с понижением. Не отпускай, Алексей Петрович. Здесь для нас все ново. Северному флоту без года неделя. Поэтому учитесь и учите других. Ну что, герои,
Сильно отравились при пожаре? Врачу их. И 2 дня увольнений. Хотя, Алексей Петрович, отправьте 2 этих молодцев ко мне в штаб. Есть у меня для них дело. Отвлипли. Теперь точно в писарь запишут. Ой, нет, я спешу. Я вот с другом договорился у Тира встретиться. А я подругу жду. Вернетесь, товарищ? Не знаю. Давай, Мотя, вали лошадь. Это не лошадь, это зебра. Чего не видишь? Ну, лошадь не лошадь, а Леонтьева на 5 выигрывает. А это мы еще посмотрим. Эх, морская душа, не пожалел. А, кешами медведя промазал, эх ты. Ты так под руку не говорил, а? Все, Левонтий, похоже, сегодня не твой день. Давай, считай, что я взяла. Момент. Победила. Третья линия. Да как третья-то? Ты глаза разуй, я всего раз промазал. Так старшина выбил 9 мишеней, а у тебя всего 7. Точно, точно. Старшина больше всех выбил. Так все видели. Поздравляю. Да куда? Так фигурки не падают, значит, механизм заржавел. Ну? Учись проигрывать. Нечестно выходит, а, старшина? Не я правила устанавливаю. Перестрелка нужна. Верно, перестрелка нужна. Пойдем, когда еще увольнительный будет? Нагуляться не успеем. Че, медведь, ты девушке свой подаришь? Не решил еще. Давай, соглашайся, он точно промажет. Почему? На двойной скорости промажет. Ну че, теперь на интерес играем. По 20 копеек с человека. Я тоже постреляю. Давай, матросик. Или слабо? Куда ж ты лезешь? Я же ворошиловский стрелок. Ну давай, рискни, ворошиловец. Да, стрелок. Ну, что скажешь, старшина? И медведя давай. По 10 выстрелов на каждого. На двойной скорости. Победитель получает все. Вот это разговор. Ну, смотрите. Плакали твои денежки. Ну что, горячий привет твоей девушке и Ворошилову. Маша! А ну стой! А ты, я вижу, за старое взялся. А я тут при чем?
Это они сами сговорили. И сами. Ну что рты пооткрывали? Увольнительный? Вам деньги карманы жгут, а они пользуются. Передай, за руку поймаю, мало не покажется. Они заодно. Где эта глиста глазастая, а? Отставить. А за пулечки рубь 17, пожалуйста. Отдашь ей весь выигрыш. А ты умей проигрывать. Спасибо, мамочка. Октябриночка, мама, это я. Пойдем. Одень ее, пожалуйста. Ага. Застегни. Так. Ага. Вы поиграйте тут пока. Ага. Ну что ты так смотришь на меня? Давно не видела. Доченька, я знаю, я виновата. Но ведь не было минуты, чтобы не вспомнить и тебя, и Октябрин. Я не отдам. Господь с тобой, я же все-таки мать, не ты. Да какая ты мать? Ты меня в 10 лет бросила тетке на руки, а сама уехала новое счастье искать. Ты сама-то помнишь, сколько их у тебя было? От кого ты ее родила? От железнодорожника или от летчика? А променяла на кого? На завскладом? А где он сейчас? Проворовался, наверное. Не сложилось у нас. Не сложилось. А с этим сложится, значит. А вы кем будете? Полярник, подводник? Метеоролог. Метеоролог. Погоду, значит, предсказываете, да? Изучаем. Маш, можно тебя на минуточку? Дяденька, а у меня теперь две мамы? Так не бывает. Зачем вам Октябрина? У него детей быть не может. Он узнал про Октябрину, и мы решили ее забрать. Ты понимаешь, что она ко мне привыкла? Мы с ней 5 лет вдвоем с тех пор, как тетка умерла. А ты вот так возьми и отдай. Я не отдам. Ну, успокойся, Лена. Успокойся. Ну, ничего, ну, мы попытались. Начнем все сначала. Мама! Прости, мамочка. Это вы меня простите. Простите. Ну что делать, такая у вас мама? Пожалуйста, не отзывчивая на ласку и на доброе слово. Зина! Но другой мамки у вас все равно нет и никогда не будет. Нам пора. Сейчас, сейчас. Мам, если у тебя все сложится, приезжай в следующем году. Октябрин в первый класс пойдет, поговорим. А если не сложится, ты тем более приезжай. Все равно у тебя никого родни, да, нет? Не будет никогда. Базы отдыха. Вперед! Что вы?
Бойцы отряда специального назначения Северного флота. Отряд создан для диверсионной и разведывательной работы. Давай, вставай. Отставить. Да ты что, старшина? Приказ был отставить. Выполнять поставленную задачу. Вперед! Вас будут учить маскировке, стрельбе из любого оружия, способом проникновения в тылы врага. Бесшумной ликвидации тех, кто опасен, и взятию тех, кто нужен как язык. Лазанью по скалам, умению выживать в условиях севера и многому еще. Во-первых, камушек слышал, а во-вторых, рука нечеткая. Вот как надо. И держишь хорошо, и позвонки не переломаешь. Это ж язык, понял? Жить будете здесь, на базе. Занятие 16 часов в сутки. Никаких увольнительных. Близких известите, что уходите в дальнее плавание. Кто не желает служить в отряде, даю минуту подумать. Не дождешься, командир. Ты как, мой? Я остаюсь. Этих убили. А надо было слегка ранить и захватить. А эти? Приказано было ликвидировать как особо опасных. Хреново стреляете. Подводники торпедами стреляют. Снайпер нужен. Ты там присматриваешься к этим стрелкам из ОСА Виахима? Есть толковые парнишки? Парнишки? Но есть один. Особенно способный. Прирожденный снайпер. Ну так присмотрись. Сам командующий следит. Постарайся. А то спросят, где этот, которого я командиром отделения назначил. Да вообще не в этом дело. Боюсь я, что мы скоро понадобимся по-настоящему. Так, пойдем. Яша, послушай, я тебе слово даю, больше никаких лотерей, пожалуйста. Шагай, веры нет твоим словам. Яша, ну куда ты, куда сестра без меня останется, а мать уехала? Садись. Ты меня только что хочешь оградить. Октябрину куда, в детдом? А тебя от самой себя надо оградить. Садись, говорю. Выспрашь дело. Смена, взять оружие. Первая смена ко мне. Работаем только по команде. Максимальный результат 40 из 50. О, это я. Огневой рубеж. Нашел чем гордиться. Принять положение лёха. Ну, если что, обращайтесь. Спасибо. Мария, не дури. Последний шанс тебе даю. Какой шанс? Дайте ей винтовку. Она больше 40 выйдет.
Ага, по воробьям она выйдет. Разговорчики. На, держи. И патроны. Ну-ка, солдатик, прими. Влево. Глазки не поломай. Было бы на что смотреть. Своя мишень, вторая справа. Числить. Куда? На усиленную подготовку. Снайпером будешь, Маша. Каждый день по 50 патронов. Есть. Фамилия? Белая. Так а с нами-то что? Этого тоже зачислить. Царев? Ну, тебя я знаю, как зовут. Идите отдыхай. Откуда ты свалился на мою голову? Я не могу, мне некогда. У меня сестра маленькая на руках. Я работаю. А где работаешь? Ну, где берут, там и работаю. Сейчас в театре работаю. Актрис, что ли? Очень смешно. Я кукол обшиваю. Каких еще кукол? Ну, кукольный театр, понятно? Вот теперь понятно. Но на тир время остается. В театре мало платят. Каждую неделю будешь получать паёк у инструктора. От кого? Придет время, узнаешь. Но в тир больше ни шагу. Ты думаешь, подъехал, да? Кто ты такой вообще? Левонтий. Ладно, стой! Ну стой, я согласна! Ладно? Я где-то. Хорошо, я скоро буду. Здрасте. Здравствуй, Октябриночка. Ты вовремя. Завтрак на примусе. Я не к завтраку. Я к тебе. Ты куклу сделал? Делаю. Потерпи чуток. А ты имя придумала? Нюш. Только ты смотри, чтобы она хорошая была. Веселая. Ну, конечно. А как? А давай все-таки с тобой выпьем чаю. Пряником. Пряником буду. Ну, договорились. Дед, приглядишь, а? Я работу сдала, мне бежать теперь надо. У нас сегодня стрельба с изменениями условий ветра и переменной позиции. Правила снайперов помнишь? На плюс вправо, на минус влево. Ты сам откуда все это знаешь? Живу давно. Давай, беги, а то опоздаешь. В машине! По местам! Бегом, 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 соколики! Давай быстрее! Быстрее, 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 быстрее! Ну где тебя черт носит? Общая тревога! Давай к машине! Что случилось? Случилось, случилось! Бойцы, внимание! В тайге обнаружены бежавшие с мест заключения опасные преступники! Давай, вместе с милицией идем на рубеж перехвата!
винтовку возьми. Камуфляж — полный метод действия засады. Всем все понятно? Так точно. При обнаружении объект близко не подпускать. Огонь на поражение! Я стою, стою. Девка. Девка. Стреляй. Красуль, стреляй. Лучше от тебя, чем от вертуха. Ну, не тяни, стреляй. Чё, совестливо? Глаза мешают? В спину стреляй. Стреляй, а то уйду. Дизеля. Есть стоп дизеля. Тихий ход электродвигателя. Выходим на точку. Высаживать будем вас в этом квадрате. Ближе подойти не можем. Дальше пойдете на шлюп. Повторяю, мы на территории другого государства. Тихо, без шума. Выяснили, что строят вот здесь немцы. И все. Ну а попадетесь? Не знаю, говорите, заблудились, границы не заметили. Грибы собираю. Грибы собираю. Но лучше не попадаться. Ну что, готово? Готово. Вперед. Смотри-ка, пушка, 88-й калибр.
батарею сооружает. Черт. Не возьмет. Пошли. Поближе надо. Собака учуяла. С подветренной стороны зашли. Уходим. Внимание, срочное всплытие! Срочное всплытие! И срочное всплытие! Значит, говоришь, здесь немцы ставят батарею. Так точно. У этого уступа. Получается, что в зоне обстрела полуостров Рыбачий и узкий перешеек. Выходит так. Товарищ старшина, не мог я доставить тело Сомина. Никак не мог. На-ка, погрейся. Давай, давай. Здравия желаю. По нашим данным, не только батарею построили. А еще и дорогу к ней тянут. Место стратегически важное. Что еще? Численность бомбардировщиков немецко-финской авиации у границы увеличилась предположительно до 250 единиц. Истребители на прежнем уровне. Бомбардировщики? Интересно. Все собрались? Так точно. Товарищи офицеры! Немцы резко увеличили количество бомбардировщиков. Как вы знаете, это авиация нападения, а не защиты. Буду искать наши цели в тылу и их ориентиры. Поэтому приказ по всем береговым и корабельным службам по нарушителю открывать огонь на поражение, не дать им рассмотреть наши объекты. Товарищ адмирал, у меня свое командование. Вы мне не подскажете, для чего сухопутные части на Кольском? Защищать Мурманск? Морские базы и морские пути сообщения? Вы возьмете на себя ответственность за Северный флот? Тогда выполняйте приказы. Я такую ответственность на себя беру.
За вас и за себя. Садитесь. По щучьему велению, по моему хотению, и любое твое желание исполнится. Ух ты! По щучьему велению, по моему хотению, ступайте ведра домой сами. Ой, Нюш, ты погляди. Машенька вернулась. Ну что, как отстрелялась? Что, неужели промазала? Дед! Ну, не приставай. Да я и не собирался. Не то, что некоторые. Приходил тут один. Кто приходил? Левонтием назвался. Сказал, ждать будет. Где ждать? Где? В парке, где познакомились. Да ты иди, иди. Мне тут Октябринку-то есть чем занять. Спасибо. Не обидела я тебя. Конечно, размечталась. Значит, с сегодняшнего дня заняться рассредоточением кораблей. У нас есть губы, шхеры, заливы, острова. Маскироваться. Первое нападение будет с воздуха. А наша авиация в силу малочисленности и техсостояния полной защиты нам не обеспечит. Когда у нас пик полярного дня? 22 июня, Арсений Григорьевич. Вот и думайте сами. С этого дня можно бомбить, не переставая. Навсегда. Вспоминала? Ну, как паёк, так сразу. Пекалась? Иногда. Ну все, через неделю сытая жизнь закончится. У нас экзамены. Да, я знаю. Ты поэтому и позвал, да? Ну, говори. Так коротко не получится. Присядем. Вот здесь, на территории Норвегии, немцы строят батареи крупнокалиберной артиллерии. Под ее прикрытием взять рыбачий пару пустяков. А рыбачий прикрывает Мурманск с запада. А Мурманск – это единственный незамерзающий порт в Арктике. Поэтому вариант единственный в кратчайшие сроки вот здесь поставить батарею береговой артиллерии. Через скалы мы тяжелую артиллерию не протащим. Знаешь, подвозить на баржах. Разгружать где получится. По всему видно, война будет. Чувствую, зря я тебя снайпера готовлю. Случись, что сестра с кем останется? Не каркай. Лучше уезжайте куда-нибудь. Куда? Нам вообще некуда. Ну, можно к моим. В Ленинград. Ну, а что, я напишу. Они встретят. Примут. И кто я им есть? Напишу, что невеста. Давай, пойдем. Куда? Пойдем танцевать. Маш, я не умею. Я тоже не умею. Пойдем.
что я правда не умею. Батюшка Иван Дурака, чтоб ты свершил над ним правосудие свое. А ничего, давайте его простим. Да? Ну что, что так срочно? Детей флотские в Кандалакш отправляют. Оттуда на пароходе в Архангельск. Там целый дом отвели. Питание хорошее, школа, учителя. Какие еще сказки? И что? Как что? Ты не поняла? Я не хочу, я не поеду. Да я тебе не предлагаю. Тебя мобилизует снайпер. А с кем она? Весь год, каждое утро сказывает по веселой сказке. Я подумаю. Подождешь меня минут 10? А я и не против, пожалуйста. Я буду всех веселить, всем хорошее настроение дарить. Правда, детишка? Мудрое, мудрое решение, царь-батюшка. Да, верно. Я самый мудрый царь на свете. Маш, ты же меня одну не отправишь? Конечно, не отправлю. Спи. Точно, точно? Точно, точно. А зачем ты вещи складывал? Ну так, просто, на всякий случай. Сначала падаешь, а потом целишься. Она наоборот. Смотри на мишень. Ты должен вращаться вокруг своего ствола. Понял? Разрешите? Входи, входи. Здравствуйте. Здравия желаю. Семен Павлович, это Маша. Белая. Прошла снайперскую подготовку. Прошу зачислить в мое отделение. Добровольно захотела на самый трудный участок. Вот. Семен Павлович, уникальный специалист. Головы ручаюсь. Уникальный, говоришь? Пойдете в военкомат, предъявите военкому. Он поставит на довольствие, получите обмундирование. Хорошо. Идите. До свидания. Подожди. У тебя что, личный интерес? Товарищ капитан, я же говорю, голову ручаюсь. Ты что, не знаешь, что такое баба на корабле? Так он на суше? Чем лучше? А если в походе по нужде приспичит? Рядом девка, неудобно же. Семен Павлович, я при трех сестрах рос. Все в одной комнате. Дальнюю ночь. Ничего. Ладно, тебе расхлебывать. Есть. Маша!
это? Я здесь. Я не знаю. Я не знаю. Спи. Спи, ложись. Спи. Тебе приеду. Ну, вот смотри, сколько детишек с тобой едет вместе. Девушка, вы не знаете, надолго это эвакуация? Совсем ненадолго. Скоро вернутся. Осторожно. Закрываем бар. Маш, ну, пожалуйста, поедь со мной хоть до конца города. Забросьте, ребят. Давай.